ЮНЕСКО, конечно, уделяет большое внимание тому, чтобы на территории Кремля производились только реставрационные работы, чтобы все памятники, которые здесь мы видим, находились в адекватном состоянии. Но понятно, что во время карантина невозможно было проводить все те реставрационные работы, которые были намечены в плановом режиме. У нас ситуация довольно сложная, такая же, как была, наверное, в 90-е годы, когда музеи посещались очень и очень скудно. Можно сравнить цифры таким образом, что если раньше в день, в сезон, мы принимали около 10 тысяч человек, сейчас это едва 1000 человек. На это средств нет, потому что те небольшие средства, которые мы получили, они пойдут на коммунальные расходы и зарплату сотрудников музея. Больше ни на что денег нет ни у нас, ни у Минфина, ни у Министерства культуры, ни у кого. Мы надеемся, что этот пропущенный сезон, который уже невозможно вернуть, невозможно наверстать, мы перенесем те проекты, которые были запланированы на этот год, на следующий год. И только надеемся, что так долго пандемия не продлится. То есть мы можем говорить как минимум о том, что поток 2020 года практически в полном объеме будет реализован в 2021. Кроме того, с января, опять-таки, если ничего не случится, с января вводится электронная виза примерно для 53 стран, куда вошли подавляющее большинство стран Европы и почти основные рынки Азии. Не все, но некоторые основные. И это создает дополнительные возможности для увеличения иностранного потока в Россию. Музей Кремля – это такой must-see для любого иностранного туриста. Абсолютно любого. Первый раз он приезжает в страну или второй раз. Большинство приезжают на один раз, не повторные туристы. Музей Кремля – это то, что обязательно всегда входит в программу.